Результаты сельскохозяйственной деятельности Крыма за этот год федеральные чиновники оценивают на твердую четверку. Фермерам полуострова дали возможность работать и зарабатывать. В 2015-м на софинансирование мероприятий по программе развития малых форм хозяйствования в АПК республики выделены субсидии на сумму 55 миллионов. Реализуются программы помощи семьям специалистов, живущих в селе. Я оцениваю этот год положительно. Республика дала более 2 миллионов зерновых. Молодцы труженики села Республики Крым и Севастополя, что проработали нисколько не хуже предыдущих показателей по всем направлениям деятельности в сельском хозяйстве. Есть и ряд проблем с нормативной документацией и состоянием сельской местности в Крыму. Инфраструктура там находится на низком уровне. Нереализованные в этом году 62 миллиона рублей, предназначенные для этой сферы, переносят на следующий год. 62 миллиона, они обязательно вернутся и будут участвовать в программе. У нас будет дополнительная программа, которая не сработала в этом году, мы ее перенесли на следующий год. Но есть такие интересные программы, которые открываются в России, мы тоже входим в них. Это инфраструктура по дорогам, по детским садам, по школам.